Если ты готов работать 24 часа в сутки и готов отказаться от многого ради сцены, войди в эту дверь. Эти слова написаны над входом в хореографическую школу «Антре». Понимать их следует буквально. Вся жизнь учеников школы проходит в ее стенах. Они появляются здесь 10-летними малышами, а выходят профессиональными танцорами. Для меня школа «Антре» — второй дом. Ну, потому что как бы здесь я выросла, здесь провожу большее время. Больше даже, чем дом. А танец — это для меня, ну, можно сказать, все. Без танца не будет ни жизни, ничего. Я как бы отдала всю свою жизнь, считаю, вот сколько я живу уже. Я занимаюсь в «Антре». Мне это нравится, и я не собираюсь бросать. Сейчас в «Антре» танцует около 120 человек. А начиналось все с небольшого коллектива, который был задуман как новое слово в саратовском балете. Не классика, а современная хореография, модерн и джаз-модерн. То, что в мире существует около 100 лет со времен Исидоры Дункан, и чего в Саратове до «Антре» не было никогда. «Антре 21 век», «Антре» переводится как «выход на сцену», «начало». И «Антре 21 век» — это вот немножко такая, как бы, оригинальная фраза, что начало 21 века просто. Но мне хотелось бы, чтобы наше искусство в 21 веке было более значимо, по крайней мере, для Саратова, чем оно сегодня. И более замечаемо властями, наверное. Строгости классического балета у «Антре» противопоставлена раскрепощенности и многообразии чувств, тем не менее подчиненных законам гармонии. Но эта гармония рождается на глазах из хаоса противоречивых эмоций. Может быть, поэтому именно модерн стал стилем 20 века. Впрочем, по большому счету, современное искусство говорит о вечном. Идея всегда общая, как бы победа добра над злом, светлое начало. Об этом просто обязан говорить художник. Если он не говорит о победе доброго над злым, о светлом начале о каком-то, то это, в общем-то, наверное, разрушение. А искусство, оно должно, как бы, наверное, создавать и воссоздавать этот мир. Сегодня решать эту глобальную задачу балету удается почти чудом. Спасает только жажда творчества и философское отношение к вечным проблемам с помещениями и финансами. Важнее другое. Через 2 месяца порог школы перешагнут ее первые выпускники. И вот тогда окажется, что на саратовской сцене им места нет, потому что нет в Саратове театра современного танца. Ребята без будущего не останутся. Многие из них уже получили приглашение от столичных и зарубежных театров. Вот только город так и будет жить мечтой о театре. И сколько еще лет, неизвестно.